Пруд для мусора. Маленький водоем на улице Соколова-Соколенка в неприглядном виде уже более 10 лет. Непонятно, что мешает привести его в порядок, ведь на соседний водоем на улице Комиссарова чиновники регулярно находят средства. От посторонних глаз водоем скрыт гаражами, и невнимательный житель не сразу отличит свалку от пруда. Покрышки, бутылки и старая мебель, по всей видимости, все это попало сюда из гаражей. Местные жители говорят, что владельцы используют их в качестве складов, а все ненужные вещи попросту бросают в пруд. Людей также беспокоят ночные компании, которые облюбовали это место. Они тоже могут быть причастны к образовавшейся на пруду свалке. Каждый день гуляю здесь с собакой, с ребенком. Один пруд почистили, а этот вот грязный и просто даже стыдно проходить мимо него. Заброшенный, мусоров очень много здесь, его бы почистить бы здесь. Сделать какую-то парковую зону, гаражи эти тоже надоели. Наркоманы постоянно здесь собираются, какие-то алкаши гуляют, бухают здесь каждый день. Люди предлагают убрать все гаражи и сделать здесь зону отдыха. Чиновники о проблеме знают и уже нашли решение. Оказывается, студенты одного из вузов разработали предпроектное предложение по благоустройству территории вокруг пруда. С ним они пришли на прием к губернатору области, после чего Светлана Орлова утвердила проект. К слову, пруд попал в программу благоустройства «Парки малых городов». Софинансирование из муниципального бюджета пойдет на вывоз мусора и снос гаражей, а областные средства направят на очистку самого водоема. К лету там все высохнет, и мусор лежать будет на сухой земле. Дальше идет сухая часть, там нет воды. А потом третья часть к плотине идет, там больше всего воды сейчас. Вот будет чиститься она, углубляться. Мусор там, в той части, где гаражи, они будут вывезены вот в ближайшее время. Мы уберем. И гаражи оттуда сносим.